Огни к празднику. В Златоусте продолжают модернизировать систему наружного освещения. Накануне новые фонари появились на одном из самых темных участков поселка строителей. Современные светодиодные лампы вывели из сумрака улицу Советская. Подробности у Евгения Янурова. Новую линию наружного освещения смонтировали на улице Советская. Участок длиной около 300 метров состоит из двух десятков светильников и опор. Сами светильники, они подключены к линии наружного освещения Златоустского городского округа. Будут включаться автоматически вместе по расписанию, вместе со всем освещением города. Сами светильники светодиодные. Современные фонари смонтировали по просьбе самих жителей. Долгие годы эта улица была самой темной в поселке строителей. Стоимость работ составила почти 650 тысяч рублей. Участок дороги, который достаточно темный, небезопасный. Мало того, на данном участке расположен детский садик и школа, социально значимые объекты. Соответственно, очень много обращений граждан по поводу того, что необходимо осветить данный участок дороги. Подарок к Новому году энергетики сделали горожанам накануне своего профессионального праздника. Сами жители уже успели оценить новые светильники. И мне, как жителю нашего района, очень приятно, что выполнен наказ наших жителей, и по улице Советской все-таки появилось освещение. Стало, конечно, удобно, уютно, всем комфортно, и это, в общем-то, настоящий праздник к нашему Новому году. Специалисты отмечают, только во время монтажа неизвестные два раза успели срезать силовой кабель, поэтому энергетики просят горожан беречь фонари.